В четверг в Самарской области солнечно, местами малооблачно и жарко, осадки маловероятны. Дневная температура 26-28, ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер западный, северо-западный, южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 26, ночью плюс 17 градусов, южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 26, ночью плюс 18 градусов, ветер южный 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 25 градусов, в дневное время, ночью плюс 17. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 28%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 20-21 градус. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.